14 человек погибли от отравления угарным газом только за один месяц в Южно-Казахстанской области. Причина трагедии – неправильная эксплуатация отопительных печей и беспечность домовладельцев. В преддверии Нового года газовики еще раз обходят дома и напоминают жителям об элементарных правилах, которые спасут их жизни. Вот уже которую неделю газовики обходят дома и напоминают жителям, как правильно использовать печь или котел. Ворох нарушений инспекторы выявили в ходе сегодняшней проверки. Хозяин этого дома неправильно установил дымоход. Ойни Сайрисметова недавно установила дома иранскую печь. Женщина очень удивилась вердикту газовиков. Как оказалось, отопительное оборудование установлено с грубыми нарушениями и опасно для жизни. Не думала, что моя печь опасна. Спасибо, что разъяснили все. Теперь быстро постараемся все исправить и привести все в порядок. Свежа в памяти жителей трагедия в жилом массиве Тассай. Несколько дней назад от взрыва в одном из домов пострадали женщина и ее малолетняя дочь. Виноватым оказался сосед. Несчастный случай произошел из-за неправильной врезки газопроводу. В последнее время в области резко выросло количество отравлений угарным газом. Чтобы предотвратить другие случаи, мы проводим с населением разъяснительные работы. Почти в каждом доме находим нарушения. При установке печей жители не соблюдают элементарные правила безопасности. С начала года в регионе от отравления угарным газом погибли 14 человек. В ходе рейдов только по городу Шымкент было выявлено около 7 тысяч различных нарушений пользования газом в быту. От газоснабжения отключены 1500 абонентов. Ернур Душанов, Нурбек Байбосун, Ерболат Абеш, Нурмахан Бекмуратов, Хабар 24, Шымкент.